У башенного крана на стройке ЖК «Кристалл» на Ладогинцхавели 31Б оборвался трос. Бак с цементом упал на огороженную территорию и сильно напугал жителей домов по соседству. Грохота не день, не ночь. Но вчера почти ночью у них эта железяка упала. Мы прям видели все это. Но их мало уже было. Ну, криков не было, значит, никто не погиб, и уже, слава богу. Поднимали вверх бачок этот с цементом, и все. Так как вот копается много, все, потом забегали. Ладно, хоть сообщили, увидели, что и полиция, и все были. Ну, и люди в белых касках, значит, начальники, что не скрыли хоть факт. По словам местных жителей, стрела крана часто проходит над двором соседнего дома. И, к счастью, обрыв произошел на территории стройки, а не над детской площадкой. Есть еще претензии. Каплями бетона часто заливает припаркованные машины. На неоднократные просьбы о возмещении ущерба руководство ЖК «Кристалл» якобы не реагирует. О стройке есть отзывы и на «Дубльгиз». Там пишут, что при строительстве первого дома на машины падали и стройматериалы. Но тогда, со слов очевидцев, проблему решили на месте финансово. Компании «Кристалл» информацию об обрыве троса подтвердили. В рабочей зоне был там. Произошел снег, то есть никто не пострадал, ничего не повредили, слава богу. Договор это заключен у подрядной организации, компании, предоставляющей кран и, соответственно, страхование и все остальное. Поэтому сейчас, когда будут проведены разбирательства, посмотрят, в чем проблема. То есть тогда можно будет это прокомментировать. Напомню, несколько дней назад на стройке в Тихих Зорях оборвался трос подъемника. Несчастный случай унес жизни двоих рабочих, еще одного госпитализировали. По предварительной версии следствия, мужчины выполняли высотные работы на уровне 10 этажа, сидя в люльке фасада механического подъемника, который был закреплен на крыше дома. В какой-то момент трос оборвался, и конструкция с людьми рухнула вниз. Возбуждено уголовное дело. Проверку проводит и прокуратура.